Ай, отвалилось. Бля, бля, не ебашит. Здорово. Здорово. Чё, как дела? Нормально. Ты что, на работу? Да. На политех подвезешь? Ну, давай, садись. Я тут это, блядь, пиздец, я тебе не говорил. Я там стоял в очереди, да я ничего Под страшного. стримом, Ничего ну я говорю, что страшного. не кричи, давай, Да, да. я тебе, блядь, слава. Да. Ругатель, блядь. Короче, стоял на очереди городской на хату. И вот, короче, дали возможность, знаешь, где 40-е корпуса, это площадь Калинина, там, Кондратьевский 40. Ой, блин, это же... Они отреставрированы полностью, эти здания. Там никого, ну, нету сейчас. А там подъезд-то нормальный? Там, там полностью это... здание все отреставрировано, там, да. Там эти... Я им не подъезд, я говорю, подъехать, блин, нормально. Да, можно. Да, нормально все там сделали, короче, я вчера ездил, смотрел. И, короче, есть вариант эту хату стоял. Взять не за 14 лямов, а за 8, короче, двушку. 60 метров. Понял? Еще и в рассрочку на 20 лет. На 20 лет. Без процентов. И вообще, я не аж сам не верил. Он видишь, ездил, эти справки собирал. Короче, такая фигня. Ну, блин, не знаю, главное, чтоб срослось, конечно. Да, да. Я, конечно, до последнего не верю в наше правительство. Ну. Мало ли, перепадет, скидочку сделает. Ой. Дворники, дворники. Так, что там с угоном? Какой-то у меня номер. Кто тут, блин, вообще разговаривает? Я не разговариваю. Это я тут разговариваю. Я смотрю, уже такой пробежал, смотрю, фары. Опа, опа. Это еще самое, как бы, главное, знаешь что, Кирюха, это все получилось, потому что я с женой не развелся, понял? А она, ей эта программа действует до, ну, если в семье есть до 35 лет. Чужок подогреть. Ну вот, представляешь, короче, проперло. Конечно, все для семьи, блин, сейчас, да. Нет, я с ней сразу договор подпишу, что она не претендует на квартиру, ее доля переходит дочери, и все. Так конечно. А дочка, блин, вместе с ней претендует? Нет, дочка со мной живет. Дочка со мной живет. Ну, а бро, да не важно, она имеет там право в дальнейшем разбираться, но она так не сделает. Но как бы, как только выплачиваем... По закону у нас, по-моему, мама с дочкой должны быть в квартире. То есть, если ты прописал дочку, значит, мама, блин, с ней мама, вместе автоматически... Ну, она будет прописана там, конечно. Так что она имеет, блин, право. Она не ее, будет иметь долю в квартире. Блин, все с дочкой она имеет. Так, ты не понял, о чем я говорю. Ее доля перейдет дочери. Вот как только это право настанет такое... 18 лет. Неважно. Ее доля сразу же переходит. Это будет нотариально все по договору. Расписано. Просто я не хочу, чтобы, знаешь, сейчас я буду мучиться с этим делом, а потом это куда-то уйдет непонятно. Блин, очканав. Спасибо большое. Очканав нас пропустил. Это какой-то... Ты не пристегнут? Конечно, ты. Я всегда пристегнут. Я понял. Блин, меня вчера, короче, ГАЕС остановил на этом. Ну, перед мостом, блин, Кушелевки, блин. Ну, там, на островке безопасности. Курчатова, блин, на эту хрень. Ага. Ну, понял, где. И давай, короче, разводить. Пойдемте, не хотите ли проехать, блин, что-то вы плохо выглядите, усталый какой-то, не спавший, наверное. Может быть, что-то употребляли такое? Жесткий тип. Он же меня второй раз останавливает. Он меня останавливал где-то месяца два назад. Это самое...
короче, это самое, то же самое, блядь, не втирал. По одному и тому же сценарию, блин. Тот же чел, да? Тот же чел, я его ты даже узнал. Ты ему сказал? Не, ему ничего не сказал. Ты да, да, он такой, типа, проехать не хотите на, не на то, что на пьянку, а на эту... Ну, про... понятно. На наркотики, на наркотики типа, да. Я такой, ты че, говорю, я не могу. Почему? Я говорю, я опаздываю на работу. Он такой, значит, вы отказываетесь? Я такой, в смысле я отказываюсь? Я говорю, я что, типа, подозрительный или что-то во мне такое? Вы, типа, что-то хотите, ну... Самое, видите во мне что-то такое? Он такой, нет. Ну, может, вы типа болеете чем-то, лекарства какие-то принимаете. Я говорю, абсолютно, блин, здоров, я не пью. Типа, блин, ничего не употребляю. А причем, не говорит, пьянка. Я не спросил про пьянку такой, типа, ну, про выпивание. Да, понятно. Я да. такой, я говорю, да я вообще ничего не употребляю, блин. Что-то помялся, отдал документы. Ладно, счастливо, блядь. Жестко. Я говорю, извините, блядь. А ты сейчас прямо едешь? Блин, ну что ты? Ну ты прямо едешь? Ну я до Хлопина еду. Ну мне на Мужество надо. Нет, я на Хлопина. Ну все, давай ты здесь. На остановочке. Ну что ты, говорит, еще хочешь? Давай, Кирилл, хорошего дня. Все, давайте. Спасибо. Падает никакая гадость. Зима, блин, конкретно. Зима по конкретосику.
приехать где-то. Яркое солнце, ты где? Вот оно, я. Так, мы направляемся на работу, как обычно, по будням. Большой грузовик, ай, большой грузовик. Кстати, насчет того гайца, ну я даже тогда не пристегнутый был, а ему вообще до фонаря было. Пристегнутый, не пристегнутый. Аж документы на машину. Топчемся. Это, конечно, красавцы. Это было на два ряда прямо. Так, сейчас пробки нету, надо направо нахрен ехать. Убийца объезжать, вот вдруг там опять стоит. Хотя он меня, наверное, запомнил, что за меня, блин, нехуй взять с того, с кого нехуй взять, блин. Блин, а тут еще и на этом, что ли? Мы все 2-0 для тех, кто не понял первый.
нами пошла. Что же будет, что же будет? Что же будет дальше? С этим асфальтом будет его менять. Если его здесь будет менять, то это будет просто, блин, коллапс. Коллапс. Блин, я надеюсь, что позиция. Машин мало, все-таки уже на лете, блин, гоняли, хотели, блин, погонять. А тут летом-то и не пахнет, блин, шипы надо, да побольше. Вообще никого, блин, когда такое было вообще? Даже летом, когда никого нету, все в отпусках, такого не было никогда. Греет конкретно вообще, блин, через лобовуху просто печет. Это какая-то печь. Может даже загореть. Подзагореть загарчиком. Навалите. Навалите мне загар. Блин, это который день забывает пить ее машину. Есть.
Так, а как? Тут по-большому да надо, по-большому. Тут разрад, три стороны. Подписываемся на канал, половимся. Ютуберы, вы тоже не отставайте. Нужно даже комменты какие-нибудь написать, может что надо. Может что надо, может я вам чем помогу. Морально хотя бы.
Так, ну вот, блин, вот мы и поехали в колхатню. Колхатня, да, заказывали колхатня. Трампампайки, трампайки. Блин, наверное, в другой рубрике же. Стрим, блин, выпускать. Общение. Правда, никакого общения особо нет. Может, появится сразу. Блин, никто не напишет даже, ничего не спросит. Привет, как дела? Я, конечно, шутканул. Солярис видел синего цвета. А на пороге у него труба, блин, как у джипа, приваренная, хромированная. На весь порог. Блин. Ну, рядом. Конечно, капец. Это был конкретный колхоз. Кринжательно полная. Но мы тем временем продолжаем движение на работу. Кинули этот трак кореша Дмитрова. Ну, поехали дальше на работу. Едем. Бах,
Стоял, и все за ним стояли. А что тут стоял? Манов, непонятно как-то. Стоят все. Тут я вообще подумал, на поворот налево, наверное, сюда ходит. Ничего себе, никак видно такого не было. Ну что тут, совсем что? Что там, колбасу что ли дают? Стабильности в айфоне. Надо обновлять. Родину, мать вашу. Thank you.
лепуха. В правом дворнике за лепуха. Блин. Again. Вы будете воровать из бюджета? Again.
Так, это у нас Новая Голландия, или как она там? Голландия, короче, новая. Развлекательная какая-то там тусня. Всякие катки. Магазины, наверное. Аттракциончики, может, какие-то там есть. Классные. Нет, классные. В общем, Новая Голландия, да, да. А это улица Писарева. Не знаю, кто такой был. Здесь, наверное, где-то написано про него. Какой табличный. Ну, не интересовался этим персом. Так, нам бы на Лермонтовский, ребята. Что-то на Старопетербургском там меняют трамвайные пути. Наверное, меняют для этих заказанных 22 ретро-трамваев больше 3,5 миллиардов, ну, 3,5 миллиардов, больше 3 миллиардов рублей. Так, тоже такие трамваи, 22 штуки. Так вот, вот, как-то так. Красили так, что уж не заржавело все. Догнал этот розовый X5. Надо рвались из этой рубрики, реально, если никто нахрен не учился.
вообще говорит. Шарага вообще. Шарага. Вот общага это то самое. Засадная.
Вот шкодник, да, такой. Шкодник. Ну, еще один, блядь, шкодник. Че там, блядь? Ну, что сюда нет. Стал, блядь, ебан, блядь. Два не полтора, блядь. Такие вот таксисты возят людей. Давай быстрее, блядь, идиота, кусок, блядь, чё там спешил, блядь, кретин. Прям.
быстро продвинемся немножко. Что-то свой этот Мэрин припарковал. Что-то вдалеке, блин. Yellow Кукинин какой-то. О, мое любимое место. Свободно, а? Так, дальше. My favorite place. Parking place. Блин, тут как бы на башку ничего не упало, да, с крыши. Будет не очень. Не очень-то будет приятно. Блин, капает что-то прямо на душу. Блин. Блин, там все закапает. Ну ладно, хорошо, что капает. Приехал, кто смотрел, спасибо, кто будет смотреть, приятного просмотра, кто посмотрел. Так, фоловимся, подписываемся, не обязательно, обязательно, будет вам счастье. Все, до новых встреч.